плохой асфальт, отсутствие парковки, опасная лестница. Первый заместитель мэра Магадана Александр Малашевский провел выездное совещание по проекту благоустройства дворовых территорий по адресу Попова, 7. На проблемный двор жильцы жалуются давно. Специалисты СОТЭКа и техконтроля мэрии Магадана посетили прилегающие территории домов, чтобы спланировать выполнение работ в следующем году. Эта работа у нас постоянная, рабочая группа, это утверждена постановлением мэрии. И уже, так скажем, на протяжении последних месяцев она активно работает. Ну и, естественно, будет эта работа продолжаться до самого начала ремонтных летних работ 2021 года. Совещания проводят для того, чтобы не допустить ошибок, когда начнутся работы по благоустройству. В совещании принял участие и член Общественной палаты Магадана Олег Дудник. Сегодня мне здесь особенно приятно, что это дворовая территория Попова 7 с корпусами, то есть тут целый ряд на самом деле дворов, наконец-то попал в программу благоустройства, и на следующий год в летний, соответственно, период эта территория кардинально изменится. Как отметил Олег Дудник, уже в следующем году коммунальные службы благоустроят территорию, и жильцы Попова 7 смогут увидеть двор своего дома в отличном состоянии.